Мне интересно, так благодаря этой встрече с текстом песни в его жизни почувствовалось, как одно из условий вот этой жизни, одно из красот — это время. И почувствовалась его ценность. Вот там оно представлено в виде времен реки. То есть как один из подарков, как бирюзовый небосвод, как дождик. И ощутилась такая ценность, и как условие и правило этой жизни. И еще ощутилась такая общность, вот благодаря этим строкам «Дети и цветы», общность со всем миром. Можно почувствовать вот такое, какое-то, ну, можно сказать, равенство, да, вот со всем живущим в сказочном мире или в реальном мире. И это такое, как будто легкость дает, легкость и открытость. Конечно, очень, очень любимая песня. Встречаться с ней вот благодаря тексту. Это большая глубина. Очень прозвучно о том, что ты сказала, что ощущается общность. Правда, само название «Нива жизни» и в самых первых строк говорится о всей Земле. И такое, правда, ощущение единства жизни. Причем еще я так почувствовала, что эта песня, она помогает восприятие жизни, восприятие Земли, восприятие всего, что существует, оно так как-то объединяется, и получается такой какой-то совершенно новый взгляд на мир, совершенно новый взгляд на жизнь. И еще такое открытие эта песня подарила, что жизнь — это просто поток любви, который помогает взращивать ростки чувства, ростки и вообще смысл, наверное, эта песня подарила такое очень мудрое открытие, очень мудрую такую подсказку, что вообще смысл жизни в том, чтобы научиться ощущать всю ту любовь, которую мир так щедро дарит нам. И стараться тоже вот такой пример цветы. Вот. Удивительно стараться тоже направляться к этому, дарить тоже ростки лучших чувств. Удивительно. Ощущение такое целостности мира и вообще безграничности его возможностей. И, конечно, говорится, что жизнь как времен, река, сказочник об этом говорит, и такое ощущение движения дарится, прямо такого активного действия в этой жизни. Вот. И, конечно, следующая строчка там, в ней говорится о том, что непрерывно эта река, она ведет лишь вперед. И это дарит такую уверенность, такую направленность, и просто открываются целые такие сказочные дали. Вот, что впереди открывается просто невероятный простор. И не такое, как ощущение предвкушения того, что будет, и благодарность за то, что сейчас дается в жизни. Такая ценность времени ощущается. И вообще ценность того, что жизнь дарит. Все, что очень нужно нам. Какая мудрая песня. И такая красивая. Просто и сам текст, он настолько... Его читаешь, и сердце просто наполняется красотой. Красотой того, как передано чувство. Красотой самой подачи этих смыслов. Так красиво такие образы. Удивительный и бирюзовый небосвод, и времен река. Очень красиво.